Здравствуйте, дорогие друзья. Суббота, отвратительная погода, снова замело снегом. Похоже на игру World of Tanks, которая на Денди была, тем не менее. Я хочу посмотреть интро. По-моему, в интро было некое... Я хотя бы надеюсь, что в интро было некое обучение. Игра на профессиональном английском, не зря я хожу на курсы уже несколько количество лет. В космическом пространстве с незапамятных времен была баба. Баба была окружена стенами. Иногда на пути бабы становились камни. Так, надо геймпадик доставать. Баба, флаг, стена, камень. И веселые цветочки. Короче, играем за какую-то сутулую собаку, которая пытается попасть в клинику по искусственному вживлению позвонков. Вот три позвонка, которые нам нужно с собой донести до клиники. Я прошел. Now, what is this? Но что это такое? Спрашивает нас. И я не... я не баба больше, я теперь стена. И стена не может проходить. Флаг — это стоп. Мы сдвигаем стоп, и я могу проходить сквозь флаги. И теперь я не должен быть стеной. А если я... Нет, это я себе как бы позвоночник разрубил. Мне не хотелось бы. Но я могу флаг из win просто сложить. И все, и коснуться флага. Любого флага. Он победил! Баба из Ю. Могу стать камнем? Нет, не могу. Нет. Что-то я могу сделать с камнем. Камни толкать. А, как-то могу. Я в трейлере видел. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Нет? Алло. Сделай меня камнем. Блин, ну я бы до этого никогда не догадался, поэтому. Ой! Блин, чат нельзя смотреть. А почему нельзя делать связи любые? Мы, блин, в 2019 году. Хочу лаву толкать. Пуш из лава. А чё не так? Тупая игра. Я могу стать стеной. Или не могу? Я могу стать стопом? Нет, не могу. Могу стать стеной. Ну что произойдет? Я стал стеной, я взял флаг! Господи боже. Всем этим огромным просто Кремлем. Все ждали, что люди пойдут на Кремль, а люди превратились в Кремль и пошли сами на себя. Вот это мощно. Как? Мне нужно... Вот это вверх... Флаг не могу достать. Стены нету. Стены-то нету. Блин, эти иллюзорные. А где из? Чёртовы иллюзорные условности. Накололи меня. Флаг! Все нормально. Я контролировал ситуацию. Да? Фак! Когда в последний момент случайно замкнул контакты в мозгу и умер перед победой. Обидно! Чё я не выиграл? А где флаг вообще? Win флаг. А чё нет-то? Флаг из win. Должно типа читаться сверху вниз. Win is flag. Ну, он подлежащий на первом месте, допустим. Ну, допустим, ты босс, чувак. Игра, ты босс. У вас КВН головного мозга. Wall and Baba is you. Возможно. Да, а у тебя зато сотки нету. Блин, реально очень просто. Ой, такое прям... Вот этот приятный момент в головоловке, когда... В головоловке. Да, что-то я сфокусировался на углах. Этот приятный момент озарения в головоломке, когда тебе подсказали через донаты. Ура, ребят, мы решили. Ставь в чат. Блин, я себе мозжечок распорол. Ломай желеху. Так, а как мне теперь из этой связки выйти?
А, нужно было дотронуться все-таки. Да, ну это неплохо, это неплохо. Блин, прикольная головоломка, ничего не скажешь. Блин, тут что-то нужно такое мутить хитрое. Надо как-то себя превратить из колонны обратно вот в эту вот сарделечку. А, ну, а может и нет, кстати. Просто вот так вот протолкнуть туда колонну. И стать колонной. И нормас. Не? Заживем? Зажили, господи! Я думал, там такое страшное надо сделать. Это ж легко. Так, я баба. Флаг победа. Стена с ТП. Толкания не вижу. Могу стать флагом. Тогда не будет победного... Так, я флаг. Но я заперт в ловушке из четырех стен. Как и все мы, не правда ли? Пишет, мне больно на это смотреть. Ну, чувак, я первый раз играю, ты чего обалдел? Баба — это победа. Ну и все, и погнали. Хрен ли нам? Я буду и флагом, и бабой, правильно? Что мне это даст? Допустим. Ой, он превратился! Ой! А дальше что? Чё? Win is баба? Нет. Флаг из баба. Флаг из win. Но позвоночник-то разрывается так. И флагов не осталось. Нужно как-то сделать два флага и черт знает что. Все, сидим на этом уровне, пока не это. Задонатьте, помогите. Нет, буквы Г не читаются. Ну не читалось буквы Г до этого, какого хера? Я даже не понял, как я прошел. Мы такие легкие загадки с бабой решаем просто на как тычки. Только надо, чтобы это... Просто вообще вот... Я не то сделал. Я не то сделал. Да тварь! Ну там тупая объективная головоломка была. Стример не тупой, оправдайте, пожалуйста, меня в глазах его. Мы эти головоломки решали просто никак никогда. Ну посмотри, вот что это такое. Тут даже на донат не забейтить. Так, вот этот маленький уровень. Маленький уровень вообще непроходим объективно, поэтому я думаю, на нем мы и закончим. Флаг — это камень. Неправда. Я могу, значит, флаг win. What the fuck? Потому что нету, типа, на карте флагов. Чё за параша? Так, две двери. О, нет, я отделённая почка в отеле. Дверь закрыта. Кеке, это я. Это же наш друг маленький Кеке. Пишут что-то изи. А это был обучающий уровень, чтобы ты запомнил формулу. То, что если есть противопоставление, то не работает. Поэтому легко. Обучающие уровни — это важно, а то всякие стримеры вообще начинают страдать. Фак! Ну ты все сломал, второй хомячонок! Тварь ты маленькая. А я могу заместить флаг. Так, мне нужно, чтобы вот этот ничего не ломал. Щет. Вот это должно остаться. Так, давайте оба сюда, короче. Толкаем вниз. Получится? Ну и нормас. А почему флаг не может победой быть, я не понял. А потому что это не слово. Ай, надо слово протолкнуть, господи боже. А как они у меня в одного склеились? А так можно было? Ой, они превращаются в восьминогую тварь. Это очень удобно. Вон, буду знать, что можно их превратить в восьминогую тварь. Ну ты, конечно, дурак. Так.
Склейтесь в одного, пожалуйста. Вообще изи. Потому что пуш. Yes! Все, последний. Ну или два там, два уровня, возможно, осталось. Crab Storage. Хранилище с крабом. Я не хочу, это сложно. Всем пока!